đoàn cán bộ cao cấp của Наша делегация в составе высокопоставленных руководителей Национального комитета Социалистической Республики Вьетнам по поиску и спасению прибыла в Академию гражданской защиты МЧС России с целью изучения вашего опыта по организации управления ликвидацией ЧС и подготовки спасателей и для дальнейшего использования в нашей работе во Вьетнаме. В процессе обучения в Академии и в других центрах подготовки мы высоко оценили форму и метод организации и управления работ по ликвидации ЧС. Особенно процесс подготовки спасателей. В процессе подготовки ваши спасатели не только получают теоретические знания, но и очень много практических навыков. Мы получили от вас большое количество полезных теоретических знаний и практического опыта. Эти знания и опыт мы будем использовать в нашей стране при практической деятельности. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество между нашим комитетом и вашей академией. Также мы бы хотели, чтобы академия продолжила принимать на обучение последующие делегации руководящего состава для повышения квалификации в области организации управления. По ликвидации ЧС. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Академией по подготовке специалистов высокого уровня, чтобы эти специалисты могли использовать все полученные теоретические знания и практический опыт в нашей стране при практической деятельности. Кроме всего, мы осмотрели ваше спасательное оборудование. На этой основе мы сможем выбрать и купить оборудование для повышения эффективности ликвидации ЧС и минимизировать ущерб населения и государства. Мы благодарим Академию за создание всех условий в процессе обучения для нас, для первой делегации. Между нашим комитетом и Академией подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Между нашими странами и нашими народами всегда существовали очень хорошие взаимоотношения и сотрудничество. Россия, как правопреемник Советского Союза, много помогала нам в войне по освобождению нашей страны. И мы хотим вывести эти взаимоотношения и сотрудничество в различных сферах на новый уровень, в том числе и в сфере ликвидации ЧС.